Вы, конечно, слышали, как раздаются вулы? Теперь слышите. Всем хай! С вами Юджин и друзья! Как бы пафосно и начинал это видео, я знаю, виноват я перед вами тем, что запорол предыдущий выпуск. Только пафоса было, что я пройду, и в итоге просрал три раза сдох, но не сейчас. Сегодня мы немножко упростим себе задачу и начнем играть в игру «Выживание», но без перманентной смерти. Просто режим выживания. Только нажать кнопочку. Не могу! Я должен пройти на хардкоре. Сейчас я быстро наверстаю упущенное. Вам даже смотреть ничего не придется. Вам вообще, что вы жалуетесь? Прикольные видосики. На халяву. Это я тут сижу и перепрохожу в который раз уже. Но горд я тем, что не пуська. Ибо я не боюсь пройти эту игру на хардкоре. А ты? Ты смог пройти игру на хардкоре? Вряд ли. Сейчас быстренько наверстаем. Для вас это будет вот склейка. Не работает. Друзья, пока вы не смотрели, я уже успел сделать очень много. Во-первых, я добыл кучу фрагментов, нужных мне, и нашел, вы не представляете, нашел Симот и даже скрафтил его. Вот он! Нет, не ты, жирный ублюдок! Вот он! Давайте же сделаем из него что-нибудь. Во-первых, наверное, его можно как-то по-другому назвать, нет? А, это можно делать в танце для мотыльков. Все, здравствуйте, здравствуйте. У нас, кстати, с вами есть сигналы бедствия. Я думаю, нам нужно идти по сюжету и плыть туда. Стоп. Нет, но сначала надо выложить все. У нас новое правило, друзья. Ни в коем случае не плыть в экспедицию без воды и еды. А я только что хотел именно это сделать. Немножко рыбы воды, немножко рыбы еды. Все, Симот, гоу. А, прости, рыба. Нам в другую сторону. Нам даже не в эту сторону. Рыба вообще зря погибла. А, вот эта красная зона. Как на меня завораживает. Особенно вот эти огромные медузы. А, их вопли. Точнее, это вой или гул. Как это назвать? Это и вой, и гул. Это вул. Вы, конечно, слышали, как раздаются вулы? Теперь слышите. Ничего полезного здесь нету. Я просто надеялся какой-нибудь необычный ресурс. У меня уже 77%? Какого фига? Симот, что такой слабый? Так, у нас какой-то сигнал по передатчику. Но пока забьем. Нам главное не опуститься ниже 200 метров. Оп, мы опускаемся. Черт. Еще 177. Нам здесь вообще не место. Да, мы, мне кажется, рановато сюда прибыли. Надо вернуться обратно. Хотя тут есть очень прикольное. Ну-ка, ладно, давайте оставим Симот здесь. Чуть-чуть ниже, чуть-чуть ниже. Главное, не ниже 200. Да все понятно, тут смерть такая, что даже рыбам... О, вон медузы это. Даже рыбам здесь некомфортно. Так, быстрее. Добываем, ищем разные классные вещи. Блин, мне страшно. Даже музыка меня пугает. Теплоэлектростанция, отлично. Смотрите, креветка или краб. Сколько там таких нужно? Два, всего два. Главное потом успеть добраться. Есть. Снова к мотыльку. Окей, наполнились. Во! О! А че я сразу так не сделал? Гораздо лучше видно. Все, плывем. Так, нужен еще кусок краба. Давай, краб, ты где? Вот это что такое? Стыковочная шахта, прекрасно. Ну? Краб, есть! Торпедная установка костюма краб. А, это торпедная установка только лишь. Так, стыковочная шахта еще одна. И кажется, у нас сейчас будет, да, чертеж. Теперь быстрее валим обратно. Окей, мы неплохо здесь порезвились. Я думаю, нам надо валить домой. Нет, что-то важное. Ну-ка, погодите, у нас же есть починка. Так, ремонтный инструмент, 5-е. Да, пусть он будет всегда починит. Что это? Консоль улучшения транспорта. Ладно, все, валим отсюда. Я очень боюсь, что я напарюсь на что-то страшное. Я знаю, тут есть страшные существа. Например, я. Ладно, ты не страшная медуза. Но, честно скажу, увидел бы я вот это, я бы обосрался. Я бы ни за что не попал на такую глубину. Нет. Вот со скоростью, вот как Симот свои пропеллеры раскручивает, так же говорил бы нет. Я думаю, наша задача сегодня это попасть на Аврору. А значит, нам нужны все необходимые улучшения для этого. Аврора — это снова солнечный луч. Мы только что обнаружили большое поле обломков в ваших координатах. Я не знаю, насколько плохо, сколько вас, я не знал. Мы сейчас в пути к вашему местонахождению. Мы заберем вас домой. Солнечный луч, конец связи. Что еще могу сказать? Единственный раз, когда я сажал такую бандуру на такую маленькую каменюку, был VR. И тогда я облажался. Ну да, это плохой расклад, но альтернативы
не лучше. Да, хорошо. Значит, нам нужно сделать, во-первых, ребризер. Наверное, потом лучше сделать. Сейчас важен антирадиационный костюм. Сетчатое волокно и два свинца. У меня все это вроде есть. Две штуки сетчатого волокна и два свинца. Все, готовы. Вот, все, мы одели. Кстати, да, я же еще скрафтил строитель. Мы уже можем начать себе делать базу. Ох, давненько я этим не занимался. Давайте сделаем себе первую изначальную базу. Нам нужен фундамент. Что нам нужно для фундамента? Свинец. Это для всего нужен будет свинец? Нет, только для фундамента. Так, у меня, по-моему, еще остался. Остался. Игра хочет, чтобы я вот тут поставил, да? Вот она как будет. Теперь нам нужна большая комната, которой ингредиенты неизвестны пока еще. Комната сканирования находит ресурсы, а блоки в пределах радиуса действия. Это прикольная штука. Стыковочная шахта. Титановый слиток, два свинца. Ага, понятно. Вот это нам очень нужно. Это для Симота как раз-таки. Но давайте сначала сделаем прямой отсек. Сделаем ему люк с этой стороны. Так, у нас тут пока что воздуха нету. Нам нужна батарея. Думаю, солнечную просто поставим здесь. И есть. Все. Система в норме. Теперь хранилище. Построим хранилище к деду. Вот. Оно. Почему он не ставится вплотную к стене, я что-то не понимаю. Да хрен с тобой, будешь здесь стоять у меня. Вот тут и еще один. Теперь он ставится, ну ладно. Тогда давайте это разберем и вот тут поставим поближе. О, очень хорошо впихнулось. Сразу себе наметим все, что нам нужно. Так, фабрикатор, давайте пусть здесь стоит. А, мы его даже можем сделать. Полуфабрикатор готов наполовину. Так, все, окей, в целом нам нужен кварц, титан. Теперь еще бы один свинец и два титановых слитка. У меня, кстати, есть титановые слитки. Свинца только нету. Но мы его, мне кажется, сейчас в той пещере найдем. Первым делом мы сейчас давайте все переложим. Итак, инструменты сложно. Давайте пайки сожрем. Ух, нифига себе. Может быть больше, чем 100? Еды я не знал. И отсюда все забираем тоже. Все. Прощай, шлюпка, ты мне больше не нужна. Конец зависимости от тебя. Я все разложил, и теперь пришло время для увлекательнейшего приключения под водой. Чтобы нам не заблудиться, а мы это очень любим делать, как мы выяснили, мы должны воспользоваться вот этой штукой. Что это? Стоп. Еще раз. Вот отсюда, я думаю. Так. Какая крутая штучка. Она еще и освещает нам путь. Очень удобно. Главное не забывать смотреть на показатели кислорода. Хорошо, сейчас разожремся с ней. А, смотрите, они даже стрелочками показывают. О, как удобно сделано. Блин, ну я больше ожидал от этой пещеры. Чё-то как-то она маловато мне дала. Блин, в этом освещении все кажется однотонным. Даже когда есть наросты, их очень сложно увидеть, если ты не сбоку смотришь. Давайте вернемся обратно. Видите, такой же самый нарост. Вот как здесь рассмотреть что-то? Полная дерьма. Давайте выдернем, а там уже закат. И эта страшная планета подлетает. Но здесь есть еще пещера в другую сторону. Тоже очень нужно. Очень нужно посмотреть. Сбросить все узлы. Так, пли. Пли. Здесь у нас что? Яйцо? Да, пошло ты. Мне сказали, что тут много свинца. Где он? Ирина сказала, что здесь много меди. С медью она права была. Наметим, пожалуй, стыковочную шахту. Вот, нам придется потом сделать еще вот такой вот проходик сюда. Для этого мы сделаем вот такой вот прекрасный стеклянный. И почему его нельзя сделать? Его не... Что за говно? А вот здесь нельзя делать? Его можно только вот так присобачить. Почему? Я понимаю. Возможно, потому что здесь стоит вот этот сраный шкаф. Сорян, шкаф, тебя придется разобрать. Но только на время, не переживай. Мы тебя впендюрим какой-нибудь вот в эту сторону. Вот, ты вернулся, друг, из небытия. По-любому теперь можем все построить. Мы сделаем такой красивый... Да-да-да, красивый отсек. О, смотри, как красиво стало. Потом, нам нужен свинец, две штуки. Это, да, самая большая проблема. Надо кучу свинца добыть. Все это мы, конечно же, потом сделаем. Сейчас нам пора на Аврору. Стоп. Аврора, у нас есть ремонтный инструмент? У нас нету его. Нам еще лазерный резак очень нужен. Лазерный резак, титан, алмаз, две штуки, пещерная сера, алмазы. Где я их вам возьму? Я знаю где. Нам нужно в пещеру, в ноздри. Отправляемся туда. Не знаю, для чего такой пафос, я уже там 100 раз был. Для этого нам нужен ребризер. Ребризер готов. А теперь главное не заблудиться. Не лохануться и выбрать сторону правильно. Вот сюда у нас было это все. Тут-то. Вот оно. Ну здравствуй, пещерка, давно не виделись. Нет, мы виделись в прошлом выпуске. Но я тут долго не лазил, слишком долго. Ладно, давайте вылазим. Вроде пока не страшно. А вот и вы, наросты, пожалуйста. Алмаз. Няма. Няма. Чё я добываю хоть?
Что это такое? Магнетит. А, всего один алмаз. Главное далеко не уплывать. Так, 89 метров. Это надо учесть. Рыба-глаз! Привет! О, Женек, это ты? Боже мой, не верю своему глазу! Как я рад тебя видеть! Особенно если учесть, что я ничего не вижу уже давно, с самого рождения. Я слепой, если ты не знал. Да, я вижу, что ты слепой. Ах, как приятно мне слышать твой голос. Явно ты похорошел, помолодел, радуешь глаз. Погоди, сейчас мне не до тебя, мне очень нужно добыть кучу всякого барахла. О, зря пытаешься, и тут ничего не найдешь. Я пытался, искал очень долго, смотрел в оба глаза. Ни на что не наткнулся. На самом деле здесь очень темно, дурацкая пещера, чего вообще тут делаем? Я даже не уверен, что я в пещере. Окей, ладно, погоди, все. Стой. Вот! О, алмаз. О, золото. О, магнетит. Алмаз. Еще какой-то фигни добыл, походу, это был свинец. У меня закончилось питание. 100 метров! Стоп, я могу перезарядить, у меня же есть батарея, да? Есть! Фу-ху-ху-ху. Вот это хорошо, что я взял. Ой, как бы я сейчас подох. Страшно, блин, жить. Женек, я не мог не заметить, что ты, кажется, надо мной смеешься. Я не хотел тебе долгое время говорить, потому что я человек неконфликтный. Ну или не человек, я не знаю, я не видел себя в зеркало никогда в жизни, я не знаю, кто я. Нет, ни в коем случае не смеюсь. Вот сейчас был только что смешок такой вот неприятный. Или, может быть, ты кашлянул. Я не вижу, улыбаешься ты или нет. Все, погоди. Я уже чуть не сдох из-за тебя. Ой, прости, все, молчу, не хочу быть повинен в смерти хорошего человека. Ну или рыбы, я не знаю, кто ты, я тебя никогда не видел. Аккуратненько, вертим башкой, смотрим, где тут что еще. Давайте в эту сторону поплывем. Сколько у нас еще места есть? 3 ресурса можем добыть. Давай, 3 ресурса, быстро. Не дыши мне в спину, прошу тебя. Вот. Раз. Ниже не хочу, это очень опасно сейчас. Мы же помним, что у меня хардкор, я сдохну сразу. Поэтому надо быть максимально осторожным, у нас 93 секунды. Давай еще немножко. И последняя. 200 метров, мы возвращаемся. Я лучше что-нибудь возле Симота найду. Стоп, вот нарост. Нет. Все, валим. Запрыгивай. Все, никто меня не преследует. Хорошо, что они не обращают внимания, они не хотят есть людей. Им претит это их моральному кодексу. В общем, мы набрали лития, оказывается. У нас нету свинца до сих пор. Свинец мы найдем в лесу сталкеров, так что сейчас туда подправимся. Уже понятно, что нам не хватает места, поэтому давайте еще один ящик скрафтим. Направляемся в лес сталкеров. Короче, нам надо искать много-много свинца. Будем надеяться, что он здесь. О, что это упало? Так, я помню, что... Сталкеры роняют зубы. Это же ресурс все еще, да? Это что? Это... Каким-то образом сталкеры роняли ресурсы эти. Когда ты металлолом даешь в рот. На, возьми. Возьми. Возьмите, говорю. Где он? Ты видишь его? Оп. Что там было? Что-то там, походу, было, я не знаю. Зуб! Есть. Ну, видимо, я правильно делаю. Харе грызть этот кусок металла. Лучше возьми мой. Мой в разы лучше и дешевле. Он подбирает тот, который и сам хочет. Он какой-то своевольный. Смотрите. Здесь есть шанс найти то, что нам нужно. Так, это золото. Это не то, что нам нужно. Короче, да, игра вынуждает нас все время спускаться в пещеры, потому что там гораздо больше ресов. А, попка, иди сюда. Ну-ка, дай нюхну. Спасибо. Опа, вот и находка интересная, еще один зуб. Кстати, угадайте, сколько я нашел свинца? 0. Ублюдство. Во, вот это по-любому свинец. Это серебро. Куда ты нападаешь? Куда ты нападаешь на него, Сань? Ну что ты делаешь? Не смей плавать в моих водах. А, сзади напали. Ага, отвлекающий маневр. Меня срать на твой симот. Я знаю, что не настоящее животное. А теперь что это? Что это у тебя тут в руках? Это металл, хочешь его? Блин, очень хочу. Хочу как остаться без жабры. Думаешь, я тупой? Ха-ха, это был опять отвлекающий маневр. Я очень хочу твой металл. На. Хватай. Вот он взял. Сейчас зуб выронит, кажется. Так, они что-то летают, точнее, плавают вокруг меня. И. Зуб! Отлично! Я нашел свинец! Отлично! Всего один. За всю экспедицию. Какой редкий материал. Так, хорошо. Вот еще нарост. Свинец! Кажется, это свинцовая зона. А, как долго играть в эти игры, где надо собирать ресурс. У меня вся задница уже болит. Я отсидел ее. Эти выпуски всегда записываются где-то по часу с половиной, по два. И я толком ни хрена не нахожу. Ничего не достигаю. Плаваю туда-сюда вообще без толку. Надо устроить Сане западню в ответ. Вот так! Ах, кровушку ему желтую пустил. Эмон хоть бы насрать. Я только себя кацанул. Причем очень сильно. А, все, у меня уже полный инвентарь. Домой. Результат моей экспедиции следующий. Нормально, так кварца, куча меди, 4 свинца, соли,
Золото и серебра дофига. А еще зубы сталкера. Это нам понадобится потом. Давайте вспомним, для чего нам свинец-то нужен был. Конечно же, для вот этого. Готов фундамент. Теперь я очень хочу поставить... Вот, как раз-таки свинец еще остался для стыковочной комнаты, которую нам как-то... Ну, как нам ее ставить? Вот, смотрите. Мы уже можем поставить вот эту штуку. Нам нужно два стекла только для нее. И ее как раз-таки состыковать с... Это стыкует, интересно? Титановый слиток, две штуки, смазка и два свинца. Смазка, две титановые слитка. Есть! Вот, оно стыкуется. Это значит, что мы берем наш Симов. Симов, давай быстрей. Есть! Все, я так понимаю, он теперь тут будет лечиться, да? Он заряжается? Нет, он только заряжается. А вот лечить мы его будем сами. Вот что нам нужно. Консоль для улучшения транспорта. Мы ее можем пиндюрить как раз таки. Вот сюда. Медный провод и микросхема нужна. Консоль готова. Вот, собственно, теперь, чтобы сделать улучшение для Симота, мы должны найти специальные капсулы, которые... Можно найти только на Авроре. Нам сейчас нужно туда. Так, с чего мы начнем? Давайте назовем его как-нибудь. Симов. Его основа будет... Пусть он будет желтого. Я люблю желтый цвет. Очень круто выглядит. Название будет кислотно-зеленым. Интерьер будет белый стильный. А полоса... Ууу, полоса... Синий-желтый, подтверждаю, готово. Ну не красавец. Нет, да я шучу, красавец, конечно. Собственно, мы же, да, за лазерным резаком, точнее, за ингредиентами к лазерному резаку ездили, за алмазами. У нас теперь две их штуки, и у нас их даже больше. Все, готово. Ох, блин, так. Теперь важно не лохануться. Сканер обязателен. Нож, я думаю, тоже пусть будет. Давайте уберем вот эту штуку, инструмент исследователя. Строитель уберем. Ремонтный инструмент нам нужен. Паёк нужен. Две аптечки пусть будет. Нужен ли нам глайдер? Вот это вот интересно. Противорадиационный шлем. Там же мы плавать особо не должны. Или должны. Лучше оставим. Не хочу рисковать. И ремонтный инструмент там понадобится. Итак, лазерный резак. Батарея готова. Нам нужно еще. Есть. Две аптечки, сухой паёк. Погодите, сигнал. Говорит солнечный луч. Знаете, Аврора, мы родом из маленького трансгосударства на дальнем конце Андромеды. И у нас есть такая поговорка. Нет худа без добра и нет добра без худа. Похоже, первого вы уже нахлебались с лихвой. Но это только означает, что вы давно заслужили целую кучу второго. Может быть, это как раз мы. Мы прямо сейчас сканируем планету на предмет места припарковаться. И мы выйдем на связь, как только его найдем. Солнечный луч, конец связи. И еще сразу сообщение. Это автоматический сигнал бедствия со спасательной капсулой 12. Координаты прилагаются. Предупреждение, капсула затонула глубже безопасной отметки погружения. Не пытайтесь искать ее без использования подводных аппаратов. Я вижу тебя, капсула, но сейчас мне не до тебя. Что ж, я готов. О, блин, я готов. Я готов? Я готов. Аврора, мы идем в следующей серии. А на этом мы с вами закончим, друзья. И огромное всем спасибо, что смотрели. Я надеюсь, что вам понравилось. Если этот видос превышает... то поставьте лайк. Также подписывайтесь на канал и становитесь доску своими. Не забывайте про все мои соцсети и про сайт с комиксами. С вами был Юджин, увидимся очень скоро и всем 5!